Сегодня в Лабытнанском филиале Ямальского многопрофильного колледжа прошло посвящение в студенты. 7 групп первокурсников, в числе которых будущие повара, кондитеры, слесари, автомеханики, столяры и сварщики, рассказали в презентациях о своих профессиях и первых успехах в учебе. Живется ли лабытнанским студентам весело? Ответ на этот вопрос узнала Татьяна Швец. Живут студенты весело, от сессии до сессии поется в известной песне. Но этим ребятам только предстоит испытать все прелести студенческой жизни. Сегодня их официально назвали студентами филиала Ямальского многопрофильного колледжа. Конечно, очень ждут, мы подготавливались, у нас есть билеты обучающихся, сейчас они получат, очень ждут. Еще когда филиал колледжа был училищем, учащихся посвящали не в студенты, а в рабочие. Это и понятно. Ребята получают здесь профессии рабочих специальностей. Владислав Абрамочкин и Вадим Зотов учатся в группе автомехаников. Я мечтал попасть на автомеханика, как мне нравится учиться на автомеханика, понимаю там машину. Работать хочу автомехаником, мне устраивается. Автодело. Ну, так понял, что болеешь автоделом, да? С техникой хорошо знаком. Конечно, хорошо знаком. Вот и пошел на автомеханика. Тут и права выдумаешь. Кто-то выбирал профессию практически наугад, кто-то шел сюда целенаправленно, но все студенты уверены, что их специальность и через 3 года будет востребована на рынке труда. Северному краю, промышленному региону России необходимы высококвалифицированные рабочие на предприятии нефтехимического комплекса. Думаешь, все-таки там найдешь работу, да? Да. Профессию вообще выбрала чисто случайно. Вот, но не пожалела, потому что мне очень нравится здесь учиться. Но еще пока вливаюсь в процесс, вот, но мне очень нравится. О том, как сегодня живется студентам, они показали и рассказали в своих презентационных роликах. Своеобразные фотоотчеты говорят о том, что жизнь их не только веселая, но и по-студенчески интересная. Татьяна Швец, Максим Мячин, программа «Время местное».